Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Небесное послание на 27 августа. Мир прекрасен. Сегодня ангелы хотят вам сказать, что сегодня идет самое время, когда в первую очередь вы должны понять и осознать, что вы действуете правильно, что вы никуда не опоздаете. И даже если что-то происходит не совсем удачное, прислушайтесь к своей интуиции, прислушайтесь к своей душе. Не спешите. В первую очередь вам важно понять, что все приходит в свое время. Сегодня вы можете многое изменить. Вы можете совершить некий переход, и препятствий этому не будет. Сегодня все ваши дела могут быть неспешными, благодаря чему вы можете остановиться и подумать, что вам важно прямо сейчас. Ведь каждый день хорош по-своему. А в особенности именно тот, когда не надо никуда спешить, когда вы знаете, что вы никуда не опоздаете. Наслаждайтесь моментами своей жизни. Наслаждайтесь именно той самой минутой, которая дает вам возможность полюбить себя и понять. И в течение всего дня повторяйте такие слова. «Мое время настало, отпускаю все переживания, и приходит то, о чем я просила». Вот эти слова повторяйте 7 раз. И в вашей жизни обязательно настанут самые лучшие моменты.